Всем привет, это небольшой обзор от сайта chinapost.ru. Сегодня у нас на обзоре такая вот LED-подсветка для клавиатуры. Называется Xiaomi Portable что-то USB LED. Вот, стоит всего лишь 2,99. Доставочка там бесплатная по всему миру. Ссылочку я оставлю под видео. И, собственно, перейдем. Вот, посмотрите, как видите, как она выглядит на картинку. И вот, как она выглядит вживую. Корпус тут гнется, можно ее полностью там выровнять, вот так направить, крыться, все четко гнется. Снизу вот есть такая кнопочка на ней, и есть 5 режимов свечения. Сейчас включен, по-моему, самый простой. Сейчас вот режим 2 уже ярче светит, режим 3, режим 4 и режим 5. Вот вообще мега ярко. Сейчас попробую выключить свет. Вот, и как видите, весь ноут отлично подсвечивается. Вообще, реально все четко. Вот, все видно. Свет. Довольно-таки интересная штука. Сейчас я вот вытащу. Как видите, работает от USB. Сделано такой вот прорезиненный, что ли, такой корпус довольно интересный. Тут вот какой-то значок. М. Вот такая вот штукенция. Если понравился обзор, ставьте лайк. Также заходите на наш сайтик chinapost.ru. Там вы найдете кучу всяких интересных обзоров товаров и покупок из Китая. С интернет-магазина GR Best. Не забывайте подписываться на наш канал. И всем спасибо за просмотр.